Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Island, это уже третья серия. В предыдущей серии мы захватили вот эту вот станцию медобслуживания. И теперь у нас задание, так, какое у нас задание, собственно говоря, узнаем мы сейчас. Поговорить с Домиником, пепел к пеплу, поговорить с Майком. Понятненько, понятно. Так, ладно, пойдемте попробуем. Я смотрю, пока мы тут отдыхали. Так, что у нас здесь? Магнит не нужен. Хотя давайте возьмем. Хотел сказать, они тут маленько отмыли, но что-то они не особо, надо сказать, тут отмыли. Хотя, конечно, трупы убрали. Так, что скажешь, ты кто у нас? Hey, I'm Dominic. This piece of shit antenna is too weak to reach past the island. We need a signal amplifier to cut through the static. I worked on an antenna at the lighthouse nearby. I'm sure they got an amplifier there. We wouldn't last a minute against those things, but you, think you can get it for us? На маяк, усилитель сигнала. Давайте попробуем. You can count on it. All right, excellent. You bring it back as soon as you can. Это дело довольно-таки важное. Так, где у нас маяк находится? Охренеть. Чуть ли не через всю карту надо ехать. Так, ладно. Сколько тут восклицательных знаков? Это, видимо, все пониже, что ли? Где было темно и страшно. Ну да ладно, сейчас узнаем. Ух ты. Хэнк. This baby needs some new spark plugs or she ain't going nowhere. Shame though, it's a hell of a car. A battalion of those freaks wouldn't slow this baby down. So, if you can find me a few necessary parts from any nearby wrecked cars. Yes. Excellent. You locate those parts. Так, мне нужны детали. Так, у меня. Выйди вон, Лазарь, собери 4 автозапчасти с ближайших автомобилей. В эфире отправляйтесь к маяку и поговорить с Майком еще надо. Давайте попробуем. Так, смотри-ка, тут довольно-таки уютненько стало. Давайте посмотрим, что мы тут можем сделать. Самодельный секач. Давайте починим его за 10 баксов. Ни хрена себе. А этим я пользовался, да. И вот это. В принципе, колющее оружие тут, насколько я понял. Так, а еще модернизировать же можно. Нож самодельный секач. Давайте попробуем. 23 бакса. Еще раз. Еще раз. Это будет наше оружие массового поражения. Охренеть, смотрите, какая красота, да? Так, ладно, его мы будем беречь. Пока будем пользоваться ножом пыляльщика. Что у нас здесь еще? Смотри-ка, довольно-таки, блин, кровь-то отмойте, елки-палки. Что ты мне можешь сказать? Из космоса, да ты гонишь. Уэйн, что хочешь? А, ты у нас продавец, да? В принципе, у нас по оружию все довольно-таки неплохо, так что я не думаю, что нам что-то нужно тут покупать. Хотя продать кое-что, я думаю, можно. Допустим, вот, вот. Да почти все. Деньги мне пригодятся. Оставим ножи. И тяжелую ржавую трубу. Давайте продадим вот это все говно. Не знаю, может оно мне, конечно, потом пригодится. Ну да хрен бы с ним. Разберемся. Денежки, денежки. Так, энергетический напиток. Тут вы отдыхаете. Ух, сколько у вас тут. Так, что с тобой? Что у тебя с дверью? Remember me, mate. I'm the doctor, but I can't do much without medical supplies. The door to the infirmary is locked from the other side, and Anne's in critical condition. You think you can help me break the bloody thing down? Говно вопрос. У меня ж какое амбалище. Sure. I appreciate it. Quarterback. Go on, then. Давайте поломаем. Чё уж.
Так, ну с первого раза, конечно, не получилось. Ну да ладно. Тихо. Так, все, нет. Да тебе вообще, по-моему, похер, да? Фу. Ладно, неплохо. Берем свой ножик. Ножик нам пригодился. Так, ну все вроде тут. Довольно жутковатое место, надо сказать. Денежки. Готово, шеф. Так, что у нас там по прокачке? Фехтовальщик увеличит урон от обнаруженного. Метатель, пинатель. Хорошо. Позволяет открывать замки. Я пока не видел закрытых замков, но я думаю, это мне пригодится. Блин, прицельный. Давайте пока вот это вот возьмем. А там уж разберемся. Так, что у нас здесь? Келли, please. Kelly's worried about her husband Will, but I think he's probably okay. If you happen to be nearby there, can you see if you can find him? Поищите консьержа по имени Уильям. Самодельная мачете. His name is William. He's about 6'1", black hair, good looking. He's a concierge. He has a friend named Doyle who works in the Diamond District bungalows. I'm thinking maybe he's hiding out there. Ну ладно, если будет по пути, то заглянем. Что там у нас по карте-то где? Надо сказать, все довольно-таки далеко. Это на что? Охренеть, это сколько же дорог-то, какая длинная. Ладно. Видим, туда придется идти отдельно. Так, что еще у нас тут? Пока что, кажись, и все. Ладно. 4 автозапчасти. Хорошо. Why the hell did I stay here with Sinemoy? I should have listened to Maggie and left with James and the others. They probably found a way out the island by now. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Говно вопрос. Sure. Thanks. I'll be here. Because, I mean, you know, where the hell else am I gonna go? Ладно. Так, что-то у каждого есть какое-то задание, да вы охренели. Тебе ничего не надо? Да ты охренела, что ли? Зажрели меня, я тебе сейчас буду жить еще. Пошла в жопу. Да мне плевать, мне моя жизнь дороже. Так, ладно, все, пойдем. Так, что ты хочешь? А, деньги. Сделаем. Понятно. Короче говоря, нам нужно обустроить эту крепость, чтобы люди могли выживать. Так как я играю последней сволочью в Deus Ex, здесь я буду играть душкой, который всем помогает. Но кроме совсем их шибанутых на всю голову индивидов, вроде той девушки, которой ожирели, понимаешь, рискую жизнью, надо достать. В остальном, давайте искать... Так, весло. Хорошо. Что надо тебе? Right.
Do me a favor. See if you can't get some gas from that. I'll do it. Okay, good. See if you can find a car. Ладно, нам нужна сначала машина. Сейчас мы будем искать запчасти для этой машины. Заодно, возможно, найдем сумку с медикаментами. Так, нам, я так понимаю, нужно выходить сюда. Короче говоря, давайте осваиваться. Тут уже более такое цивилизованное место. Так, а где мое весло? А вот оно. Ты посмотри. Блин, мне нравится этот остров. Смотри, к муссон все ближе. Уже слышен гром, раскаты. Так, вот машина. В багажнике ничего. А машины, похоже, японские все, какая-нибудь Toyota. Потому что праворульная. Так. Чё, все нет? Или это одна деталь только? Я не понял. Давайте пока это. Хорошо, отсюда работает? Нет вход? К сожалению, нет. Ладно. Пойдем искать еще машины. Я так понимаю, потом на машине можно будет ездить. Это было бы круто. Хотя, конечно, с такими узенькими дорожками может ничего веселого и не получиться. Так, в 20 метрах еще тачки. Тихо. Блин, гром-то все ближе и ближе. Я надеюсь, вы слушаете в наушниках, потому что так, скорее всего, гром будет не слышно. Так, тихо. А! Сука. Бежи, скотина! Ну ладно, нормально. Так, возьмем денег. Смотри, как грохочет, а? Так, быстро надо забирать. Все, две детали. Быстро, быстро, быстро. Тут опять, похоже, трупы. Ну там бешеная, да? Давай, давай, иди сюда. Все, нет? Вроде все. Скотина! Так, иди сюда. Ни хрена себе. Так, ладно. Неплохо, так я им веслом зарядил. Так. Блин, сигналка противная. Еще одна деталь осталась. Ох, они объели тут тебя. Чего ж, все-таки прикольный курортный островок такой, я бы сказал. Конечно, если не учитывать все эти орды зомби. Так, ладно, туда я не хочу. Возьмем свой ножик. Ладно. Твою мать! Сука! Твою мать! Фу, блин! Чуть не сожрали меня. Так, надо чем-нибудь подлечиться. Так, у меня есть чем подлечиться. Фу, охренеть. Так, возьмем баксы.
И у тебя возьмем баксы. А у тебя не возьмем баксы. Ладно, так, вот тут у нас машина, с нее надо забрать по-быстрому. Да что ж такое? Вот тут, видимо. Так, у нас есть 4 запчасти. Вон там, я вижу, это не скорая помощь ли? Блин, но с другой стороны опасно, конечно, туда идти. Давайте сходим. Да, это точно скорая помощь. Да вашу мать! Что-то нож отстойный какой-то. Блин. Вашу мать. Так, мне похоже... хана сейчас наступит. Твою мать. Вот так. Сука, не вставай. Да что ж ты, блядь? Фу, так. Да не вставай, сука. Так, все, кажись. Ху-ху-ху. Вот это было дело. Блин, еще один. Сейчас мы тебе бошку. Да ладно, даже так нормально. Все, я думаю, этот не встанет. Так. Блин. Да-да-да, это по-любому, по-любому скорая. А, вот. Anything good in here? Да что ж с вами такое-то, а? Так, все, я думаю, надо возвращаться, по-любому. Медикаменты я вроде как взял. Да, начинаются сложности, надо сказать. Так, маленько отдышаться. Это говно, похоже, надо выкинуть. Не особо оно помогает против толп зомби. Только зря деньги потратил на него. Ну ничего, будем знать. Так, ну, во-первых, медику отдадим. Или подожди, сначала же ты. Давай-давай. Так, ладно. Где там медик-то был? You just saved a lot of lives, mate. You may have even saved hands. Thank you. Да нет, что. Ну, давай мне серп. Так, девочка, похоже, не жилец. Что печально по-своему, конечно. Так, ладно. Что у нас с машиной? Сейчас нам нужно достать топливо. А потом уже поедем к маяку. Чё с машиной? Пока ничего, видимо. Так, ладно. Фу, так, самодельный секач, утомляющее. Вот это починить надо, я думаю. Оно мне очень помогает. Хорошо. Блин, братюнь, давай уже сделать что-нибудь с машиной. Потому что пешком тут ходить, как я понял, это просто нереально.
Ладно, следующее задание. Принесите бензин. Сейчас, брат. Почему ты не можешь их просто выкинуть вон туда вниз, пусть там воняют? Хотя, в принципе, все равно привлекать внимание мертвяков не стоит, я думаю. Так, что у нас? Куда-то туда нам еще надо было сходить, проверить алмазное бунгало, или как оно там называется. Но это все потом. Сначала нужно дождаться машины. И куда я пошел? Даже не знаю. Пока смотримся давайте. Очки навыков, хорошо. Блин, я забыл про них, а там меня чуть не убивали, поэтому я испугался. Метать я особо ничего не люблю. Вот пинать довольно-таки неплохо. При каждом убийстве повышается урон. Уже приходит вот эта хорошая штука. Расход выносливости. Это тоже хорошая штука. Так, вот это давайте возьмем. А, пока не могу, да? Ну ладно. Давайте пинаться сильней. Как вы могли заметить, кстати, я отключил подключение по онлайну. Поэтому теперь надоедливо не вылезает то, что там кто-то хочет ко мне присоединиться. И это, я думаю, хорошо. Так, давайте вернемся. Куда я пошел? Нам нужна машина. Во что бы то ни стало. Без машины я уже боюсь туда ходить. Там что-то их дохрена и нападают со всех сторон. О, отлично. Как скажешь, шеф, как скажешь. Так, как тобой управлять? А, все понятно. Совсем не сложно, оказывается. Хотя, конечно, требует привыкания. Отлично. На машине тоже. Мы всех порвем теперь. Тихо. Так, дальше я еще не был. Пошла вон. Хорошо. Блин, ну прикольно. Тихо, тихо, тихо. А вон она, похоже, да? Блин, стекло ни хрена не видно. А, не туда поехал. Тихо, тихо, мне развернуться надо. Вот так. Отлично. Так, где-то там заправка. Ладно. Вроде как тут спокойно, да? Кто кричал? А, вон. Так, мне нужно заправиться, ребят. У вас есть бензин? Давай. Открывай. Что вы тут делаете вдвоем? Ты у них главный, похоже. Turn on the power and refuel those canisters. Now that we're here, we're not moving anywhere. It's too friggin' dangerous out there. Понятно. Так, включить насосы надо. Ну, конечно же, все не могло просто так пройти. Обязательно какая-то запара будет. Так, вот ты наверняка сейчас встанешь, да? Да, я тебя слышу. Ах.
Вот так, хорошо. Так. Вот сюда, видимо. На крышу-то, я думаю, не могут забраться все-таки эти зомби-то. Да, тут никого нет. Зато вон там кто-то стоит. Кто-то кого-то чавкает. Ладно. Ага, не сюда, видимо. Вон там кто-то там есть. Это, похоже, этот здоровяк, да? Насколько я мог заметить, этот здоровяк довольно неприятный тип. Если бы у меня тогда не было коктейля Молотова, все было довольно-таки сложно, как вот сейчас, допустим. Ну давай. Ха-ха. Да не такой уж ты и сложный, надо сказать. Ни хрена себе. Так, ладно. Да блин ты. Ничего, ничего, сейчас все будет. Ага. Так, я еще кого-то там слышу. Молот. Жестокая. Блин, переводчики, вас бить ногами надо. Вот так вот. Скоты тупые. Я бы и то лучше перевел, хотя опыта перевода у меня как бы нету. Ну, блин, английский это все-таки... Если ты переводчик, то ты должен знать элементарные вещи в английском языке. Это вот... Какого хрена? Так, давайте-ка мы жестокое возьмем. Где он там? Я его взял, по-моему, уже. Так. Да, вот оно, жестокое. Экипируем его. А, его надо... Давайте вместо серпа. А, нет, вместо ножика. Ух ты. Жестокий молот. Так, давайте посмотрим, кто там, что там. К сожалению, садится фонарик. Я ему руку сломал, да? И вторую, похоже, тоже. Да-да-да. Блин, прикольная система повреждений. Жестокая, я бы сказал. Так, ладно, фонарик, давай подзарядись быстрее, что ли. Как тебя кувыркнуло-то, а? Хорошо, теперь я уверен, что ты не встанешь. Так, что у нас здесь? Блин, а молоток-то хорош, да? Согласитесь, товарищи. Так, что здесь? Фостий. Циркулярная пила. Энергетический напиток. Хорошо. Вот, видимо, генератор, да? Угу. Так, ладно. Фух. Как тебя там открывать-то? С хрена ли ты встал? Я ж тебя пинал уже. Ты же был мертвый. Так, тихо, тихо. Блять, твою мать. Вот. Пошла мача по трубам. Так, все, нет. Скоты, блин. Нужно быть уверенным. Все.
все, кажись. Фу, ладно, так. Нам нужно канистру. Блин, я надеюсь, ее не надо будет искать. Хотя тут вроде были. Да-да-да. Точняк. Так, ладно. Хорошо. Как хорошо, что я на машине сюда приехал. Если бы я сейчас эту канистру всю дорогу обратно тащил, это было бы неприкольно. Тихо. Бегут. Вон они. Вон. Так, ты, кажется, все, да? Вон еще. Еще один. Ну? В табло от ноги. Хорошо. Так, вроде все. Блин, там еще кто-то идет. Давай, 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 давай. Ох, какая пакость. Так, ладно, давай быстрее. Фу, бляха-муха, какая... Даже не верится, что это все я надел. Я такой добрый, пушистый. Так, канистра с горючим. Как нам в машину-то? А, вот. Ладно, все, возвращаемся. Так, вам дверь, пожалуй, я закрою, а то еще вас сейчас захарчат тут. Так, а джип, конечно, с кенгурятником. Это то, что доктор прописал в данных условиях. Так, подожди, куда ты сел? Сюда. Блин, привычка все не с той стороны. Ладно. Так, назад. Эй, ты что не едешь-то? А, подожди. Вот, все нормально, я уже испугался. Так, ладно, с Богом, поехали. Хорошо, так, сюда вроде. А, вон же по карте посмотреть надо. Я все забываю. Довольно удобно управление, надо сказать, этими джипами. Не знаю, как на клавомыши, но на геймпаде прям как какой-то рейсинг ощущается. Так, давайте открывать. Отлично. Фу, это было довольно-таки забавно, надо сказать. Игра все больше и больше меня радует. Так, надо взять топливо. И пора сжигать этих ублюдков. Судя по звукам, канистру я не до конца наполнил. Это странно. Так, ну и чё? Эй, спасибо. Ты должен это сделать. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Guess we better do this. Давай, давай. Ох, запашок, наверное, приятный. Да уж. Мерзость-то какая. Отлично. Ну, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Продолжим следующий. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.